Лайкан. Очередь Team Empire выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 10 секунд. Комментарий от комментатора. Осталось 5 секунд. Нормально, между прочим. Спасибо нашей студии аналитики. Мы возвращаемся в прямой эфир, дорогие друзья. Будем смотреть третью решающую карту между Empire и Team Liquid. Опять же, все решится прямо сейчас, в течение этого матча. Кто-то отправится в финал виндеров, будет сегодня катать, кто-то пойдет отдыхать и уже до завтрашнего дня. По-прежнему микрофону для вас трудятся адекваты Майлшторм. Будем смотреть. Нет. Нет, отказ не будет. Давайте включаться в игру, уже там пики прошли, и мы можем поглядеть, кто, куда, зачем, почему, или, например, познакомиться с супер-пиком Empire, который мне уже очень нравится, потому что что? Потому что ликвиды отдали Алохе Оракла, потому что отдали хвосту Свена. Будет у нас катать также Резолюшн от Волдеваури, но Фир сыграет на Спиритбрекере, ну и там в оффлейне где-то будет Батрайдер в исполнении Фаника. Да, сильный пик. Кура играет, в свою очередь, на Дазле, Фата на Деспрофит, Джерекс на Тусике, Майнд Контрол на Клокверке и Матумбумен на Ликане. Видишь, да, как вот после двух первых карт на Бруде Майнд Контролу лишили возможности контролить, ждали Клокверка. Ее, по-моему, забанили, причем, возможно, да. Забанили сами Ликвиды, я вот помню, кто ее забанил. Ну вот я все-таки думаю, что хотели Медузу на ласт пик себе Ликвид. Она хороша против Свена, она, в принципе, хороша с Деспрофит. Взяли Ликана. И что здесь Ликан делает, честно говоря? Ну, во-первых, Бэтрайдер хорош против него, да и Свен с ним справляется, и Спиритбрейкер, да и ОД. Битва начинается. Да, и, в общем, по-моему, здесь Империя должны дожимать. Какой наглый Фаник вообще пошел руну отжимать у двух героев. Ой, Зентач ему засунул в табло. И говорит, иди отсюда, лети, точнее, отсюда, и он ушел. А Фаерфлай вынужден был прокачать, но, в принципе, так, наверное, бы прокачал Фаник, все-таки стоит на харде. Посмотрим, удастся ли Empire примерно то же самое изобразить, то, что изображали в карте под номером 2, или же все-таки ликвиды своим пиком найдут ключик, скажем так, да, к заманчику имперцев, как там открыть. Ой, тут пошел эфир опять. Бешеная корова от эфира. Боже, уже начинает шарды агрессировать. Засасывает его прямо в шарды. Вот и нет.
Джирак, кстати, третью карту подряд, да, играет на своем тускаре? Ну да, ну он хорош на тускаре. Он лучше только, разве что, если Бор Спирита ему отдали. Но, в принципе... Слушай, а Кроки не хочет умереть случайно? Это у меня такой вопрос. Не очень хочет, но, возможно, придется ему. Нормально, Бетрайдер ему разбил лицо. Ликан дает потихоньку хаваль, будет помогать за счет этого Банше. А вот этот ее регулярно прячет, не дает ласт хитить крипов. Очень это мерзко. Ну, в принципе, уже такую игру одну мы видели. Как раз там Ризоль играл на Банше. Наоборот был, да, вроде. Там вот довольно интересный твит был от Нахаза, мол, привет, баланс. Сларк ворует. Так, мы смотрим, у Кура проблемы сейчас могут быть. Разбегается у него уже спиритбрекер. Нет, отменяет он разгон. Здесь же Джеракс, который... Которому нужен левел 2. Без да. левел 2 не может он напасть. Шард особо было. Не работает. Так да. вот, Сларк стаки ворует чем? Своей пассивкой. Ворует по единичке. Ну, то есть три ловкости ему прибавляется с каждой единицы. Так, тем временем First Blood у нас может на резолюшене не быть, но Fairy Fire спасает ему жизнь и фласочкой захиливается, красавчик. В общем, ворует в итоге себе три агилити с одного, ну, атрибута. ОД ворует по 5 на последнем левеле прокачки, при том, что у ОД радиус атаки 450, а у Сларка, ну, у Сларк милишник. Немножко это как-то действительно выглядит небалансно. И при том, что, ну, то, что мана нужна на этот Arcane Orb, это фигня все, потому что, естественно, Essence Aura дает ему возможность постоянно спамить этой, ну, чем угодно, в общем. Так, да. Вообще, герои, которые вот маневрируют с чужими статами, да, они довольно-таки сильными считаются, не крути, вот, очень меня удивляет то, что Марфа не пикают в последнее время, вообще, вот, 685 его не брали, ну, Тиренем Жрак чуть не убили. Да, но отхиливается он в итоге. Его нормально так Алоха просадил. Одно время это был популярный герой, сейчас вообще про него забыли. А все равно герой, который манипулирует своими статами, как-то может перекачивать и так далее. Они всегда герой, которых очень сложно просчитать математически, да, сколько там хп у него остается, когда его нужно убивать и так далее. Так, Лаквирк тут встревает тем временем, его очень неплохо Алоха. И Алоха забирает First Blood. Ну там поделили. Да, поделили вместе со всеми. Ну, здорово, Spirit Breaker опять зарабатывает фраги. Mind Control продолжается его приключение. При том, что, например, того же Бетрайдера подцепить значительно сложнее. Ну а что сделает один Дазл? Ну вот дал Poison Touch, ну и все, Фаник разворачивается, ну, два стака. На самом деле, раньше бы Дазл разбил ему лицо, и Фаник бы пошел регениться. Но так как Бетрайдеру сильно подняли реген, он просто стоит на линии и на равных меняется. Да, 2.8 секунду отхиливается. Причем нет у него каких-то артефактов на подхил, нет у него съеденных там. 2.8 базовый. Да, это много. Это позволяет ему стоять действительно на линии. У хвоста там некоторые проблемы. Рубает себе бег и убегает. Нормально его Клокверк со второй батарейкой здесь поджал. Немножечко опасненько это было. Опасно, опасно. Ну, пока вроде все спокойно. Ликантроп фармит, фармит хвост, крипстат у них идентичный, немножечко переигрывает здесь фата. На Деспрофит резолюшена, там буквально 5 крипов разница. Ну, в принципе, тоже не так страшно. Ну и единственный плюс для Empire, то, что они все-таки здесь смогли сделать. Танк хороший сделали ФБ. Вот мы поговорили про Деспрофит там в первой игре немножко. Вот как раз-таки против нее такие герои, как Свен, очень круто заходят. Ты ее должен убить быстро, и Свен с этим справиться может. Вот Деспрофит будет крайне тяжело. Не знаю, что она там будет себя покупать, но... Очевидно, Йол Шива. Ну да, это хороший артефакт против этого парня. Заходит тем временем Кура, видит Бетрайдера. Бетрайдеру больно. Бетрайдеру плохо, но Firefly все еще действует. В итоге удается уйти. Ну, Кроки их активно пытается мешать и ворует экспириенс, кстати, что тоже очень важно, то, что Кроки уже левел 3 с половинкой, Фаник только апнул себе 4, и все-таки Кроки находится там, где находится этот самый Бетрайдер, и не позволяет ему чувствовать себя комфортно на этой карте. Фанику вообще готовятся стаки, если что, так вот, но Фир, видимо, сперва их подготавливает. Все это для того, чтобы Фаник, ну, во-первых, купил себе начальный какой-то артефакт, да, типа Транквил Бутсов и, может быть, Мэджик Вонда, ну и, конечно же, потом старался зарашить себе Блинк Тагер. Получилось с отводом, как совсем эфира. Ну ладно, черт. Бывает. Возвращается Фаник тем временем на линию сложную, начинает раскидывать стики напалм. Ага, отвод хорош, отвод. Фанику нужно пролететь, поджечь, дать стик напалм, еще один стик. Ну и сколько он тут заберет? Да, пока что все забирает. У него подворует, конечно, Дазл, но в итоге большой сатир достается Фанику. Все достается практически Фанику. Ликан бежит за ним, здесь же уже Джеракс. Джеракс на этот раз смог отрезать как следует, и Фаника забирают.
Ну, наконец-то у него начало получаться. Причем так действительно круто кидает шарды. Так что не просто героя закрывает, а еще и немножко его смещает в сторону. Да, не ожидал такого. Там Бэтрайдер нацелен был на то, что там смотрел на вот эти вот стаки, на этот вот, сейчас фарми. Сейчас я сатиров-то подфармлю. Ну да, тут со спины еще и вардец хороший стоит, зашли, еще и форма появилась у Ликантропа. В общем-то все сыграл не на руку Бэтрайдера и тоже погиб. В итоге у нас как всегда получается, что оффлейнеры по разу ошибаются, но Эмпайр разве что только сработали ФБ. Он в остальных линиях, ну как в остальных линиях, на миде, например, все спокойно. Суппорт пока тоже занимается своими делами. Башню сил света. Фаник ТП на топ. Один фармить не успел, потому что линия пушится, нужно ее как-то отодвинуть немножко в сторону. Ну противника. Да, нельзя не позволять Ликану просто так вот подъедать вышку, это халява. Джеракс тем временем пришел на мид. А куда же ушел у нас? Фата, Фата здесь же. Фата Слушай, здесь, Джеракс отошел, могут попробовать сейчас развлечь его. Нужен Офир. Офир левел 2, есть чардж. Фата пока стоит на своем пригорке. То есть, если бы он спустился пониже, могли бы попробовать, но нет, линия подпушилась, под своим тавером будет фат, и, скорее всего, ганг здесь просто-напросто не пройдет. Плюс ко всему, ой, курьер. Курьера видит ли Алоха его? Не видит. Курьер рядышком. Буквально в одном дереве. Да, забавно, они стоят, вроде бы смотрят друг на друга, но ни тот, ни другой не видят. Выход, ноуде, Алох пошел, но Алох слишком далеко, по-моему, находится, хотя в итоге спасает Ноуфир. О, какой подхил-то от Куроки, как же страдает Алох, Алоха пытается жить, и его просто скрызает Фата. Ну да, как-то вот стоял, вроде бы сам должен был гангать, а получилось, что погиб. Да, причем погиб-то он, ну даже если бы он просто пошел и начал уходить из драки, то выжил бы, решил помочь своему ОД. ОД в итоге помогли, но больше стараниями Ноуфира. В итоге из-за того, что Ноуфир не может загангать, он все еще второй с половиной, начинают пушить вышку. Джеракс тем временем почти четвертый левел имеет. Возвращается сюда Оракул. Фата получил ультимейт свой. Вот что неприятно, потому что сейчас пуш усиливается вместе с духами. Надо вот сюда привлекать очень много-много героев. Пошли ТПшки. Хвост пришел, хвост на помощь. Станфайте прописал. Где Сноубол? Сноубола нет, зато есть Шилугрей. Вот тут Ноуфир идет до конца с Сноуболом. Да ладно! Да, Джеракс. Вот это, конечно, игра от Джеракса, что он там творит, в итоге забирает его Алоха. Какой же он красавчик. Но Джеракс все настолько круто продумал, сбил разгон, при этом еще и отрезал, да. Очень классно сыграл. Деспрофи должна была умирать, но нет, сказал Джеракс, сосейвил ценой собственной жизни. А два в итоге счет, и на самом деле огромными силами убивали этого самого Джеракса, получается, да, потому что куча ТП-шек было сделано. Да, да, они там все потратили. Опять же, Бара не может себе левел толком взять. Вот у него сейчас есть третий, бежит на Ликана, прибегает. А Ликан на развороте не хочет? Потому что ну да, быстро. Ликан тут скорее сам на развороте объяснит, действительно. Алохи дают получить шестой. Очень мало удалось сделать фрагов. Ну, пытались имперцы сделать больше. Если мы посмотрим на того же, в принципе, Дазла, он имеет пятый левел. Ничего себе он там наотводил. Ну, Тусику тоже левела большого получить не удается. Тем не менее, он здорово подсейвливает своих тиммейтов. Ну и что, сейчас будет выход? Да, в смоках идут. Резоль. Резоль прячется. Но Драйдер рядышком. Резоль здесь без шансов, по-моему. Хотя долго живет, но нет, забирают его. Фаник наливает немножко масла и не дает запушить. Но без ультимейт пока что. Джеракс опять подставился. Джеракс. Подхиливают. Нет, на этот раз Дазл его засейвит. Все окей, но спасает тавер свой Бэтрайдер. Пришел сюда, прогнал противника. Ненадолго это, потому что Фата скоро катит ультимейт. Ну, там Ликан еще пушит сверху. Вот в чем проблема. То есть все равно пушится линии. В итоге сейчас упадет вышка на миде. И на топе. И на топе тоже. Причем одновременно нужно сейчас будет жать фортификейшн. Да. Ничего не нажали. В итоге два тавера одновременно. Причем и особо и не сплитили, ничего не делали в это время Empire. Ну, только лишь там фармил хвост нейтралов и оставлял легкую линию для Алохи. Но действительно заработали в компенсации очень мало Empire за это время. Ликвиды должны довольно серьезно будут сейчас поднять денег. Вот они уже впереди на 3000. По экспириенсу на 1000. Ликан 5100, 4200 деспрофит. Деспрофит обгоняет чуть ли не на 2000 ОД. Вот сейчас очень важно ликвидам не проигрывать драки. Если они не будут проигрывать драки, они засноуболятся. А имперцам нужно следующую как-то потащить. Но в итоге Алоха у нас сливает. Да, есть фалс промис, но как-то оно слабо помогает. В итоге лопается он.
хорошая, опять же, перетяжка от Ликвид, и опять не прочитал этот момент Алоха, стоял, вроде бы фармил на легкой линии, ну, суппорт таких не отпускают. Более того, опять же, собравшись вместе Ликвиды, будут давить тавр. Последний да. тир-1 тавр, который остался снизу, и Фат уже придет туда с ультимейтом и с дабл дэмэджем. С дабл дэмэджем, причем там просто можно руками эту вышку разбить. А не мог Трошана забрать. А то Мамэна есть уже Владмир. Ну да, так и делают. Причем даже ультимейт не прожимает Баньшана. Тут в случае, если сюда кто-то придет, зачем? С дабл дэмэджем достаточно урона. Как-то много всего. Они идут на Рошана. Причем это, я так понимаю, Empire не видят. Они при этом еще и забирают вышку. Как же много. Empire, даже если сейчас все в пятером пойдут фармить, они столько силы не нафармят. Света укрепили свои сооружения. Ну да, как-то очень вяленько, башни пока играю Empire прочитает, на самом деле, кучу денег отдает. Хочу обратить внимание на то, что при этом, при всем, башни ульт Баньши остается. То есть сейчас заберут Рошана, и с ультом Баньши можно куда-то выходить. Да, ломать тир 2 просто. Ломать тир 2, есть Аегис, есть у Фата ультимейт, готовые и тиммейты тоже снизу, там Куроки левел хороший уже появляется, Вив, есть медалька, Джрак с арканами, все готово. Стоят шикарные варды, обратите внимание, тоже вот в чужих лесах вард стоит, здесь на подъеме и наверху по-прежнему тот самый вард, который с самого начала стоял, стоит, уже обновленный, правда. И в это время Empire как-то вот немножечко бегают, конечно, фармят, они пытаются кор героя выходить на ОД, есть хукшот. Ну, далековато он находится, пока не инициируют Ликвиды. Вот, и проигрывают уже 5000. 5000 за 12 минут. Да, Ликвидам просто сейчас аккуратно наращивать преимущество. Башни. Конечно, имперцам нужны левел 6, вот только-только апай себе, но фир левел 6, поднял УТ. Вроде бы ультимативные способности готовы. Ждут, конечно, блинкдаггера, бутрайдера, вот он появляется. Ждут артефактов у хвоста, у него пока только... Доминатор. Ну, в принципе, если опять же будут делать стаки на Engine, то он довольно скоро должен выформить себе с Engine Яшу, даже Блинк. Но такого шикарного старта он не получает в предыдущих картах. Да, ну тут стаки, это, конечно, такое. Там он и стаки, и фраги, и все что угодно. А здесь уже падает вышка, нужно... Да, Fortification не жмут правильно, не жмут, потому что сейчас на тир 3 будет заход. Просто вот прямо здесь и сейчас. Уже бегут. На 13-й минуте Бэтрайдер наливает огонь. Но Баньша все равно пробивает эту вышку, потому что духи. Еще и Ликан заходит. Ликан вообще ничего не боится, у него Аегис. Ауль, тир 3 падает. Еще работают пока духи. Упады, скоро ультимейт раз закончится. Незер страйк. И сразу же убежать. Да, просто Аегис на халяву сняли. Так, и будет ли какая-то инициация сильного майн-контрола? Там уж все-таки у Матомбомена есть форма. Да, у Матомбомена есть форма. В итоге просто отошли. УД тем временем чуть подпушил мид, там пофармил. Ну, отдали Аегис. Понимали, мне кажется, Ликвиды, что Аегис сейчас вот прям как-то круто разменять будет тяжело. Просто попытались надамажить как следует тавр. У них это получилось. Пока что все еще очень хорошая игра. Да, здорово, здорово действуют Ликвиды. По XP 0, но по золоту 5 с лишним тысяч, это очень много. Графики растут, что самое важное. Смог, смог, ну попытка кого-то подловить, ну, сейчас Талоша и Фаника. Куда идут, не знаю, все линии запущены, только наверх идти, только наверх идти. Обратите внимание, вижен на 0. Вот просто вся карта засекречена сейчас. Что там находится наверху, никто не знает. Empire туда... пытается пробовать. Просто Клокверк аккуратненько ракеточку кидает. А они хотят опять заходить, судя по всему, по низу. Только Ликвиды уверены сейчас в том, что они могут забрать фауну. Ну, давит и давит. Они, мне кажется, они просто чувствуют, что реально есть возможность. Свен очень слаб, у него нет БКБ, ему крайне тяжело будет драться. И видят сейчас Свена, но на него закатываться вдвоем саппорты, конечно, не будут. Плюс ко всему, саппортов самих видно. Да, должны понимать. Только вот вард пропал сейчас у Ликвидов, но вот этот вард, который очень много вижен дает, он остался еще. Так, ну и что? Сверху даже не пытаются эту вышку задефить, потому что это абуза. Ее все равно она упадет, ее крайне тяжело дефить, это просто лишнее время. На самом деле для имперцев это тавр сейчас, это как оазис какой-то, да, в пустыне, ну, потому что денег на команду нужно. Да, но если пойдут его защищать Ликвиды, они больше потеряют, им лучше разменять. Что они делают? Атакуют. Просто аккуратненько Баньшай не включает ультимейт, потому что его нету, и опять можно на тир 3 заходить. Пиф Куроки навесил, есть баф, Фауфат ультимейт теперь уже откатился, пока первый уровень прокачки, ничего страшного, Ликантроп первый некрономикон на себе собрал, и тавр таки даже на топе Empire не забирает, они так боятся перетяжек, так боятся этих ТПшек. Ну сейчас им вверху пойдут. Я могу теперь беги, поздравить Team Empire. Ой, вот это! Провал. Д нужно разбирать. Ой, хотя бы одного. Одного забрали, что дальше? Ну, а дальше Фат начинает уже выгрызать ХП. Алох пытается как-то помочь. Хотя ты посмотри, Резолюшн набивает еще второго. Делает дабл килл, но правда их двух тоже скушали.
Но в такой ситуации это даже неплохой размен получился. Да, более-менее размен. Как мы видим, Empire поднимают на 200 монет больше, и самое главное, не могут дальше продвинуться ликвиды вперед. Ну, хорошо, Resolution остался, когда уже понял, что никуда не уходит. Начал просто драться, вместо того, чтобы пытаться убежать. Что, кстати говоря, перед смертью, наверное, купить себе став все-таки. Ну, может быть, денег оставалось. Тем не менее, по золоту еще немного проиграли. Свену очень нужен жир. Даже я бы не скажу, что вот именно БКБ, да, вот он покупает себе Сэндж. Но осталась у них одна вышка. Просто одна вышка. Сейчас по мап-контролю имперцы сильно проседают. У них одна вышка, у них практически нет вардов. Они, ну, видят чуть-чуть во вражеском лесу. Вот один вард этот спасительный, который Алох поставил, в то время как соперники видят вообще все. Еще и Ликан волками не брезгует разведывать. Все верно. Фань, конечно, очень-очень-очень опасно пытался подфармить чужие леса, и когда понял, что за ним придут, ушел на блинке. Надо, конечно, срочно фармить тебе какой-то форстав, чтобы хорошая инициация была. Спиритбрекеру нужно хоть что-то, потому что сапог Urn of Shadows это очень мало. Мафир, конечно, не умирал, но денег нет. Палит еще и вардишки при этом. Ну, много всего еще нужно имперцам. Знаешь, пока держится, то есть ликвиды еще не активно прессингуют, не заходят на хайграунд, минута 17, в целом хвост получает свой фарм, мы знаем, на что способен такой Свен. Ему только дай крипов побить, дальше он потом расскажет противнику, что такое дота. Ликан пошел в атаку, но УД, видимо, да, вызывает, начинает грызть, Свен рядышком, спрятал, станчик, пытаются замедлить, отпускает оракул, еще замедление. Но Ликан очень далеко убегает, Оракул практически просел, Оракул продолжает грызть, здесь же Бара, Ликан один здесь всех абсолютно развлекает. И при хвоста том... заходит, майн-контрол, хукшот, есть, закрывает стойки, там сноубол пошел, Джорак очень быстро будет убивать ОД. Свен пытается драться против всех, но нет, никто его не хочет. Еще и Джерексы успевают засейвить, в итоге минус 2, чудом выживает Оракул на фонтане, поднимают Бетрайдера, Бетрайдер, блинка нету, Спирит Сифон пошел, Сайленс не может забрать никого, теряют третьего, минус 3 кора, Матумба Мэн просто в одиночку взял и эту игру... Запайтил, ну, запайтил жестко. Круто напал на УД, там заставил потратить все, и в итоге его команда пришла, когда не было у Империи ничего. Не, имперцы, откровенно говоря, могли просто и уйти, да, или оставить, например, УД, но они полезли в драку, они сознательно лезли в замес, и получается, что Матум Момент просто очень качественно развел запайтил. И спылов нету, а к вам заходят, и все, и ничего нету, это минус сторона. Да, нет глифа также. Падают бараки. У нас все игры по одному сценарию, видимо, будут проходить. Незер страйк, Фату пытается очень быстро забрать. Фата, Фата впитывает, Фата умирает, приходит хвост. Куроки получает стан. Бараки-то стоят, бараки все еще живы. Куроки на себя шел Грейв, пытается спастись, наверное, не получится. Он выигрывает время для того, чтобы ушли Матум Момент вместе с майн-контролем. Будет ли преследование? Преследование есть от паника. Ускоряет зрением, но фир, форум прожимает Матум Момент. Прожимает, таки получает. На развороте Блейд Мейл, майн-контрол хочет убить ноу-фир, скорее всего, погибнет просто сам. Да, еще кукшот. И это минус 3. Да, в итоге паника там, пытаются сгрызть волки. Ну что можно сказать, Фаты решил подарить Империи шанс и не заканчивать все вот так вот, как в предыдущих играх. Просто куда-то пошел, черт знает куда, его забрали. Но хорошо, имперцам можно теперь еще немножко поиграть. Да, хотя, конечно, все равно они проигрывают все больше. Смотри на этот барак. Да, барак еле живой. Это рейнджовый барак, поэтому то, что у него осталось 25 хп, в принципе, может волк Ликана прибежать и добить, по-моему. Антибутор побьет разве? Ну, там, я думаю, вдвоем они, если куснут, одновременно могут пробить. Разгон пошел от Мафира. Вообще классно было бы решением сейчас от Эмпайра подловить как раз таки противника, пока те не собрались вместе пятером, но не так это и просто сделать. Это особо не подставляется. Но в любом случае, там довольно много денег было заработано, 3500, мы видим, графики немножко поднялись, проигрывают прежним, конечно, довольно много, но тем не менее еще держится имперцы, зарабатывает какой-то бабло, вот хвост купился с Энджангяшу, вот сейчас... этом что-то должно быть, ротофатоз какой-то. Вышки-то рано или поздно падать у ликвидов должны, если игра продолжится, и, собственно говоря, с этими вышками придет и золото. Ну, Рошан появляется пока что. Вот как раз заходит сюда Mind Control, Рошан не появляется. Рошан появляется, Mind Control здесь нет. Но я думаю, что Ликан рядом, и он зачекает. Ну, обязательно. Point Booster покупается, это справит. Пока по своему стандартному item билду. Пущий медь идет. Моды идет через став. Ну, обязательно нужны фор ставы на команду, потому что противник. Противоположной команде есть Клопек, которого из-под когов нужно будет вылезать. Бутрайдер, понятное дело, тоже должен будет появиться форстав. И смог
Внезапный смог от Empire, но ликвиды ведь тоже вместе, они тоже пятером. Сейчас какой-то смог, мне кажется. Вижена нет. Сейчас у имперцев идут, они в темноту, ракетка залетает. Чувствует или не чувствует ликвид? Большой вопрос. Опасно, очень опасно. Ну, только что империя была на миде. Так, видят сейчас Банша. Ну это байт, это байт. Форма прожимает сейчас. Уроки здесь. Спату нужно сейвить. Будет ли сноубол хороший, резолюшн страдает. Есть подхилк, босс нашел замес. Неплохой ультимейт от ОД. Как же много дэмэдж туда, у минус ускар. Пата пошел дэм, пытается жить. Высасывает хп, он идет дальше под райдер. Большие проблемы у ребят из Team Liquid. Огромнейшие проблемы. Пата юл поднимает, хвоста сгрызает. Боже ты мой, Баншу не добили. Теперь Банша убьет все, что здесь осталось. Вместе с Ликантропом остается только Фаник. Этот Фата. Джеракс и, боже мой, игрок на Дазле, кто бы он ни был. Кура, конечно же. Они сейчас сделали все, что могли. Поначалу казалось, что разваливает Empire, после ультимейта ОД, но Деспрофит, оставшись в живых, наносит колоссальное количество урона. 3400 урона он наносит. Ну, ты был прав. Кажется, это был байт, потому что он юл сейвил до последнего. Он просто сначала ждал сноубола. Ну, как ждал его? Схватили. В сноубол его засейвили. Ему дали грейв. Он 5 секунд стоял, раскастовывал духов. И когда, казалось бы, он уже мертвый, он просто поднял себя в воздух. На нем был хил от Оракула. Пока он висел в воздухе, он захилился, вернулся, и все, и все оказались уже в таверне. Да, ну вот это, конечно, замес был. Замес был просто шикарная классный. Драка. В итоге Деспрофит плюс Ликантроп, конечно же, в огромнейший плюс. Заходит сразу на Рошана, будут забирать Аегис. Файр байбеки не тратит. А Ликан, судя по всему, пока эта драка происходила, он просто бегал и убивал, пока все пытались. Он убегал, потому что у него ХП было очень мало, и там попытался спастись от Батрайдера, да. Ну вот, опять же, если бы справились Empire с Деспрофит, все было бы окей, но они с ней не справились. Деспрофит сейчас забирает себе еще Аегис. И Октарин. И вот теперь, ну да, теперь ее гораздо сложнее будет убить. Ну и, собственно, остается вышка наверху, я думаю, через нее нужно пойти. Тем более, что Empire сами наверху, как раз-таки перетяжка через топ очень хорошая может получиться. Бэтрайдер в инвизе. Самое страшное для Empire, к следующему замесу у них не появится новых айтемов. Они просто не нафармят себе ничего нового. А ребята из Liquid станут еще сильнее. То есть здесь чуть-чуть не хватало Empire, потом в следующих траках будет не хватать больше. Единственный, конечно, вариант — это только так, чтобы переждать Аегис у Деспрофит, и в последующем замесе за Астану ее смогли разобрать. Ну, но вот некий минус есть у ликвидов. У них, конечно, коры такие. Не очень приятно отдавать Аегис Деспрофиту Ликану, потому что Ликан в форме теряет Аегис, ресается без формы. Деспрофит с ультом теряет Аегис, ресается ультимейт в кулдауне. В этом плане, конечно, большой минус. Клокверк хочет залететь. Он попадет в своего сейчас, если полетит. Да, передумал. Шарды испугались. Сейчас имперцы отходят. Зажимают ликвиды. Ну. Ликан. Снизу, кстати, барак упал. Я просмотрел, когда это было. Да, тоже не увидел. Куда пошел? Брейкер, куда ты идешь? Хороший там вард. Все. Вард, конечно, все палит. Ну, решают добить вот эту сторону именно. Сейчас бросить все силы на нее. Ликан, тем более, еще и покупает кирасу. Какие жесткие айтемы. Да, кирасы усилит Деспрофит очень хорошо. Ну, ставим байбеки и видим, что у хвоста есть байбек, вешается биф, поднимают юл Свена, Айршардс, хвост, как же ему больно, пока есть подхил от Алоши, будет жить форстаф и стан Фату, Фата грызет всех, хвост не может ничего сделать, большие проблемы сейчас у имперцев, Свен падает, тут же байбекается, и контроль бегает по чужой территории, и будут сдать парак. Фортификейшн, Фата очень битый, Фат есть еще и ул. Ну как же он с Октарин-то отхиливается? Я еще и Сифон. Пробить. Его просто нельзя пробить. Да, вот это проблема. Если Баншу не можешь пробить, то как Нави проиграли Империи. И Empire с этим хорошо знакомы. Если Банша набрала крит-массу, с ней очень тяжело. Ульта заканчивается, но барак, кстати, все еще стоит. Если отобьются, имперцы будет хорошо. Как же они на лоу хп еще пытаются держаться. Конец только погибает Оракл. Упустили такие здесь... Нет, не пускают. Клокверк! Клокверк зажал всех Гоги, боже ты мой. Еще и в Блейдмейле его начинают избивать. Ульт от ОД, падает Клокверк, падает Тускар, падает Ликан. Кура хватает. Фата-то жив, Фата-то жив. С Аигисом по-прежнему избивается перед брейкером. Сколько драться эти крипсворы. Кура всех развалил, всех даблкил от Дазла. Ну и Фата. Фата просто самый живучий, самый неубиваемый герой. А барак не убили. А барак стоит. Вот это нормально, подрались. Ну что, в итоге, минус 6 сделали, потеряли трех героев, в плюсе на 700 монет оказались, и Аегису Деспрофит все еще остался. Да, учитывая, что остался Аегис, драка хорошая, потому что сейчас можно еще раз заходить, и, ну, уже без байбека будет у нас... А кто там хвост. У вас? Хвост байбекался. Да, очень неприятно.
Ну и опять, что самое главное в этом замесе, да, возможно, имперцы еще пытаются драться, но с каждой дракой они погибают, кор-герои не выживают, денег не зарабатывают. И посмотрите, какая, как возрастает разница по нетворсам. Вот он ликантроп, вот она ДП. И вот он хвост и АД. Разница уже в 5000, да, это было в 3. Между ОД и ликантропом вообще 6. Ну и хвост опять-таки заново начинает фармить на свой блинк, может он хочет фармить. Ну, а ликвиды, понятное дело, что не будут останавливаться на достигнутом. Не надо давать передышки Empire, нельзя давать им нафармить себе каких-то айтемов или денег, или байбеки. Просто идти вперед, да, все правильно, у Паты готов уже ультимейт. В атаку. Просто в атаку. Ой, там видели хвоста, по-моему. Ой, хвоста видели, ой, хвоста сейчас будут убивать, а хвост без байбека, это может быть ГВП. Да. Хвоста врываются, хвост. Ну, классика. Классика жанра, да. Хвост. Без байбека, 75 секунд. Ну, нижняя линия это точно минус, мид, скорее всего, тоже. Ну, в общем-то, наверное, все. Или же все-таки есть что-то у Empire. На что есть? Чем отбиваться? Пошел у нас экзорцизм. Интуиция мне подсказывает, какую цифру сейчас пишут в чате. 4? Ну, вернее, через 5 минут будут. Хватают Фату, его вытаскивают. Очень хорошо вытаскивают двумя фурстафами. Через все вытащили Фату. Он не успевает, нет, успевает он себя поднять. В этот момент падают все бараки. Фата просто еще на фонтане разваливает врага. Его не могут убить. Он отхиливается просто. Как же он отхиливается-то? Его реально просто не могут. Ой-ой-ой-ой-ой. Без двух сторон. У него еще при этом Аегис там есть. Он до сих пор не кончился. Его чуть ли не под фонтан завезли с двух форстафов, ну а толку, если он все равно живет. Да, падают тир 4, не могут снести третью сторону, потому что стоит вышка. Но просто решили ломать тир 4, 20 секунд еще не будет хвоста. Покатился тусик прямо на фонтан. Спиритбрекер там повяз противники, погибает он. Пытается паник там летать на Firefly, скоро он закончится тоже. Ну, потом он, кстати говоря, подстрял. ОД ультанул неплохо, это минус. Фату, остановите Фату, попробуйте убить, и нет даже ничего, чтобы его остановить, он наглую сделал тп-аут. Издевательство какое-то просто. Это просто издевательство от Фаты. Ну, короче, погибнет, тоже не особо важно. А, забирают его. Ну что, в итоге две стороны потеряли, нету тир 4 товаров, там огромное количество золота заработали за эти вышки, просто нереальное. Банша опять не умерла, она сейчас себе покупает Шиву, да, и... Ее и так, в принципе, убить не могли, теперь у нее еще и Шива. Не умерла и не умрет, судя по всему, в этой карте уже. Ну, когда ее пытаются убивать под двумя четыре тварами четыре персонажа и не убивают, это о многом говорит. Это значит, что тут где-то в этой карте у имперцев пошло не так. Где-то они все-таки ДП упустили. Ну, конечно, хвост. Вот его отдача многое порешала. Здесь могли дефиться со Свеном, было бы немножко попроще. В итоге он, конечно, возрождается, покупает себе блинк-даггер. Ну да, но теперь-то там Шива уже, и попробую с этим блинком. Дэмэджа нету, Свена. Что там у него было в прошлой игре, что в этой? Здесь скорее ОД убьет, пока у Бенши БКБ нет. Ну, ОД, кстати, вот единственный, кто пока может какую-то опасность представлять для противника. Ну, опять же, он ее ультом вообще не пробивает. Там два мистик стафа, один в Октарине, один в Шиве. Юл еще, который инты дает очень много. А у ОД что? Один мистик стаф и фор стаф. Ну, есть, правда, еще Родофатос. И наконец-то сносит первую вышку на 38-й минуте. ОД умирает сразу. Ловит Резоля. Ну, трака здесь начинается, Фата прожимает экзорцизм, и все, внимание, что будет делать Деспрофит. Она живет. Пытается увести Фату вообще в другую сторону от замеса. Умирает. Ну, он таким образом пытался выиграть себе время, чтобы ушли его тиммейты, но не ушел на эфир. И, в общем-то, остальные вроде как ушли. Остальные, ну и смотрят. Все, сейчас пойдут по топу, в общем-то, ликвиды. Конечно, ультимейт Деспрофит у них закончится, скорее всего, когда они пойдут к баракам. Но опять они выиграли драку и могут просто зажать на базе в очередной раз. Давай искать пути для камбэка. Я вижу только один путь. Каким-то образом хвосту нафармить на Кристаллис, вот срочно, и выискивать какой-то самый нереальный момент, позицию, при котором подставятся противники под один стан, и он даст удара когда пару критов. Банша с Дазлом станут вместе, он вообще ничего не будет делать, и откажется кидать на нее Грей, она не будет юзать разрушен. Артефакт, и просто дадут секунд 5 себя побить. Наверное, только такое. Ну, или как-то там... 5-секундный стан все встанут. Но это та самая теория идеального замеса, к которой мы иногда возвращаемся, ну, это обращаемся. Кура будет всегда стоять и ждать, когда на эту баншу дать грейп. Более того, здесь Джерек с блинком, он будет стоять всегда и ждать, когда в нее влететь и дать сноубол. Суммарно они сейвят ее на 8 секунд. Суммарно они вообще без работы находятся и... в этой карте, потому что товарищ Фат умирать не хочет. Да, еще и циклон. Ну вот как раз тогда они его засейвили, вот в той драке, когда его на миде подцепили. И еще и циклон, это еще 2,5 секунды. 10 секунд, а потом она начинает
начинает хилиться с Октарина, там еще и Спирит Сифон, и заходит очень жестко. Все, по-прежнему, хорошо. У Team Liquid отрывается ликантроп по фарму от Свена и от Волт Ваумыш на 8000, Best Profit на 6, хвост! Курстав пытается Алоша хилить как-то. Надо драться. Пиф. Надо драться сейчас, потому что все проюзали уже. На базе дефицы будет нереально. Но пока нет экзорцизма. Стан! Фату развалить! Фата! Грейв получает! Отхиливается Фата в Юл и будет ведь жить! Ведь будет ведь жить! Или не будет! Или не будет! Или будет! Фата! Фата! Не может его отсилить Ноуфир вместе с хвостом! Не могут! У него уже пол хп! И Сноупол еще его выстреливают! Минус 3! Падает у нас также и Фаник! Минус 4! В живых остается только один Резоль, и это good game well played! Да, Фата делает минус 6, потому что помимо пятерых игроков Empire, он, по-моему, еще и Несса форманул в соседней студии. Да, в итоге даже ультимейт не нажал, и этого хватило вполне. Ну, здорово сыграли Ликвиды, хотя казалось бы, что такой уверенный пик от Империи. Можно порадоваться только одному. Empire будет играть с Вегой завтра в лузерах. Это будет супер матч. И, ну, следить за ним вы просто обязаны. Ну, а у нас на очереди после аналитики, перерыва или перерыва аналитики, не знаю, в каком они порядке будут, у нас на очереди матч виннеров Team Spirit.